Не хватает рекрутов, сэр. Так, популярность снабжения LM2. В смысле 2? Вы что, офигели, что ли? Какой нафиг 2? Люди восхищаются 4. Вами, сэр. Их послание от Калифа. Мне нужны следующие товары. Ты ж ты заколебал. Тебе может... А, понятно. Да-да, ясно. Не хватает рекрутов, сэр. Так, 141, это уже похож. Так, что у нас по этому? Люди Так, почему только 4? Казна пустеет, ваша светлость. Ничего, переживем. Не хватает рекрут послания. Мне нужны следующие товары. Да ты заколебал, блин, на, держи. Немножко распродадим. Не хватает рекрутов, сэр. Так, из плюсов. Так, тут 29. Тут 22. Тут ребята еще держатся. Да ты затрахал, мудила. Ты достал, блин, уже, а. Битву он жаждет. Жаждобитвущий. Или как тебя там, битва жаждущий. Коршуны вьются надо мной. Обратись ко мне свой взор. Ты затрахал, ебом. Не хватает рекрутов. Ой, бляха-муха, как вы надоели. Послание от Калифа. Мне нужны следующие два. Ваши союзники. Внимание! Бенри. Жив. Готов, да. Самоуком. Бегом. Встать, тройку. Не цель, дубу сейчас даст. Похоже, похоже, кривая твоя рожа, блин. Мне нужны следующие товары. Карта бутлария. Аль-Фарасудан. Ламан Аса. Ах ты ж срака, блин! Тварь! Ох, вы мрази! Да что ж вы тут делаете-то, блин? Ай! Не хватает. Нет, 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 нет. Шлюха! Ах ты ж кусок говна, Ричард. Тварина, дичь ты поганая, блин. Соблюдает он. Не хватает рекрутов, сэр. Сказочник, блин. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Так, господи, успокойтесь вы уже, а. Может, сломаете уже? Это
Да, это дурдом, а не разгром, блин. Не хватает рекрутов, сэр. Один мудак все-таки ухитрился попасть под рыцарь. Слушайте, можно сломать уже эту несчастную защиту, блин, а? Я уже 10 раз сюда приезжаю, блин. Это совсем не нравится. Похоже, он кабана. Послание от Калифа. Эти шапари и дети меня окружили. Пришли помощь немедли. Ты серьезно, блин, а? И ты туда же? Не хватает рекрутов, сэр. Чувак, извини, я сейчас не могу. Не хватает рекрутов, сэр. Слушай, он реально сейчас продует. Может и нет. Хрен знает. Один черт, я сейчас не могу ничего сделать. Прости, чувак. Люди восхищаются вами, сэр. Ну поступает тот. Люди восхищаются вами, сэр. Послание от кабана. Что происходит? Что-то не так? Хадапуна лава. Честно, надеюсь, успею. Ваша власть, господа! Должен выстоять. Поехали. Чему ты уже научился? Но настоящая битва еще впереди. Откуда Энтовар? Послание от султана. Твой светлый чьяр. Вперед! Вперед, мой верный союзник! Послание от Энтовар. Готовьте за степень, тащите клинки. Скоро мы увидим, чего вы стоите. Как обнаклярые. Не хватает товаров. Какого дьявола? Что это за единички, блин? Не хватает товаров. Не хватает рекрутов, сэр. Так, это все мы продаем, это тоже. Туда же. Это. Не хватает рекрутов, сэр. Жив пока еще? Жив. Сейчас я тебе отправлю помощь. Опять что ли? Господи боже ж ты мой, а. Послание от рыцаря. Вот смелость, достойная истинного рыцаря. Да, да, да. Завались уже. Ладно,
Все-таки какое-то количество засранцев все равно из моих ухитряется попадать под атаку рыцарей. Не хватает рекрутов, сэр. Дошли? Все, дошли. 19 сойдет. Не хватает. Не самый худший вариант. Так, ускорились. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Ой, Ричард, Ричард, мразь такая, а. Любитель поразглагольствовать. Не хватает рекрутов, да. Сэр. Это разгром! Кусок дерьма, блин. Не хватает рекрутов, сэр. Так, че тут опять, а? Это разгром! Тут опять подперся, блин, а? Не хватает. Так, сколько у меня народу? 200. Нормуль. Так, давайте с вот этим козлом разбираться. Иначе он никогда не успокоится. Не хватает рекрутов. Ты давай мне численность. Не численность, блин. Численность вашей армии. Сойдет. Надежи, надежи. Мы не боимся ваших стрелки прощения. Это ж. Вот был весело, если бы их боялись. Эти шапари единственно меня окружили. Пришли помощь немедли. Ваша власть растет. А кто ли он гоминя? Значит, я... Ламен, ассам. Эркабли плавие. Послание от Ричарда. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Вообще печаль. Должен, делай. Че у тебя там опять? Ох, лети же, кстати. У тебя реально все печально. Так, поехали. Послание от Калифа. Кое-чему ты уже научился, но настоящая битва еще впереди. Так, это все. Убираем, убираем. Так, что-то у нас... Это ж кто тут? А, кабанятин, точно. Да похоже, чувак, похоже. Отступай, дрик, в корень. Так. Чтоб немножко сдерживалось. Так, что у нас тут? Вы извините, что я молчу большую часть времени. Мне, во-первых, уже немножко это поздновато. Во-вторых, я... Вообще, на самом деле, я допустил опять ошибку. Играю слишком долго. Это неправильно. Не хватает. Да ладно, я так много потерял, пока уезжал. Печально. Ой, у меня денег-то оказывается. 30-ку уже. Нормально, поднакопил, кстати, там что-то про оружейку было. Не хватает товара. Не хватает товара. Не хватает рекрутов, сэр. Рекрутов, товаров, товаров, рекрутов, блин.
Не хватает рекрутов. Точнее, что-то не слава богу. Кто там пристроился, блин, а? Так, предлагаю вот с этим козлом разобраться. Потом уже этих двоих добивать. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Так, 99, нормально. Не хватает рекрутов. Надо сотни две не меньше. Так, что-то у нас 17 штук еще есть, нормально. Ребята держатся. Не хватает рекрутов, сэр. Пойдем поздороваемся. С оборзевшим соседом, блин. Ламан, послание. Эти шапари единки меня окружили. Пришли помощь немедленно. Ой, да ладно себе. Все у тебя там нормально. Сказки не рассказывай. Не хватает рекрутов, сэр. Все, конечно, да. Кажется, с помощью все-таки будет не лишним. Похоже. Кабана проблемы, да? Да, кабан, ты прав, у тебя проблемы. Не хватает рекрутов, сэр. Конкретные такие. Ваша власть растет. Дурацкие деревья, блин. Альфисану Сария. Не хватает рекрута, сэр. Так, сколько тут? Да выберись ты, ядри. Да ты что, делаешь? 162 на 200. Не хватает рекрута. А надо 200. Не хватает рекрута, сэр. Что ж ты будешь делать-то, а? Это нельзя здесь разместить, его. Альфисану Сария. Не хватает рекрутов, сэр. Альфисану Сария. Альфарасутаду. Угу. Еще одну пачку. Альфисану Сария. Не хватает рекрутов, сэр. Все, 207. Так. И не целую кучу рекрутов, убийц. Сэр. И пойдем наконец разбираться уже с противниками. Так, что тут у нас? Не хватает товаров. Не хватает товаров. Не хватает рекрутов, сэр. А ну пошли в гости. Ну, смотрите. Праздники развлекаются. Забавно. Ну, в принципе, почему бы и нет. Мне нравится. Телом кубану. Это разве кабан? Воины смелы, мы не боимся ваших стрел и пляжей. О каком кабане шла речь? В контратаку, что ли, пошли? Остальные отлично.
Длинный рык посвящает еще одну победу. Хочу нахрен победу. Да, это реально проблема. Так, это еще что за говно, блин, тут? Послание от кабана. Разнесешь, разнесешь. Ой, дурдом, а, блин, ты псаки орды, откуда у тебя такие возможности, парень? Не хватает рекрутов, сэр. Все, ну посмотрите, какое застраивание просто. Всем, чем только можно, блин. Не хватает товара. Не хватает рекрута. Послание от Ричарда. Вот смелость, достойная истинного рыцаря. Слышь, истинный рыцарь, откуда столько денег? Объясни мне, пожалуйста, а? Главное, удивительное дело, продолжает и продолжает производить, блин. Так, тут вроде все в норме, да? Доброе утро. Послание от Ричарда. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Увы, я должен это сделать. Альфисану, сори. Альфисану, сори. Аллилуйя, блин. И навеки останутся в этих проклятых песках. Впечатляюще! Наконец-то, блин. Послание от Калипсо. Ой, чему ты уже научился? Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Уважаемый халиф, дико ты... Послание от Султана. Твой светлый чьян. Вперед! Вперед, мой верный союзник! Несусь, блин, на крыльях чего-то там. Не хватает. Ну и муторная карта. Хотя о чем я? Последняя будет еще более муторной. Не хватает. Просто я уже тут на самом деле туплю.
Ну, блин, реально, нельзя так долго играть в одну игру. Ну кто опять здесь? А ну что это так? Ну блин, ну как вот они ухитряются? Почему этих лучников дальность выше? Что за бред, блин? Я, блин, играю за людей, за этих лучников, у них дальность ниже. Компьютер играет за них, у них дальность больше. Тить твою в хуй, блин. Такая забавная ситуация. Не хватает рекрутов, сэр. Ну выберись ты. Ну, что, что ли? 214, да нормально. Не хватает рекрутов, сэр. Так, ладно, поехали. Слышь, Кабаневский, здоров. Как жизнь? Мне кажется, что неплохо. Слишком неплохо. Тварь ты дикая. Мне нравится. В одном ты прав. У тебя проблемы. Так, с этим разобрались. Не хватает рекрутов, сэр. Амбар пола? Догонишь. Тьфу, ты напугал, блин. Не, ну то, что амбар полный, то вдрить его в корень. Прекрасно. Я, как говорится, только за. Послание от кабана. Что происходит? Да все нормально. Что-то не так? Самоуком? Нормально, стартан. Сейчас просто помрешь. А так все в порядке. Запасы провизии убывают, мой лорд. Казну поступает долг. Люди любят вас, мой лорд. Это у нас гроб. Послание от кабана. Нет. Кабан. Кабан не должен умереть. Нет. Ваша власть растет! Послание от Калифа. Ой, чему ты уже научился? Но настоящая битва еще впереди! Это точно. Сейчас мы вот ее и устроим, эту самую настоящую битву. Мой следующий я! Вперед! Вперед, блядь, блядь! Воины стрелы, мы не боимся ваших стрел и прощей. А зря, следовало бы. Ой. Самому б не сгореть. Да, ребят, прекратите все поджигать. Дрить вашу в корень. Долбаные пироманы. Ай, да не выдумывай, все у тебя нормально. Все, он тут моих арбалетчик, все 14 штук. Все. Могу немножко помочь, если хочешь. Люди восхищаются вами, сэр. Фух. Ну что, вроде спрятались. Да ладно. Серьезно? Добывать нечего. А, ну да, тут мы все вырубили. Лютым образом. Лютейшим. Сейчас все тут козла запрем тут. Чтоб не вылазил, блин. Огонь, ребята. Опять амбар полный?
Очень хорошо. Так. Давайте все распродадим нахрен напоследок. Тысяча. Прекрасно. 69. Великолепно. Не хватает товаров. Оружие не имеено. Че у нас тут арбалет один? Самоуку. Кто посмел? Кто нас атакует? Че ты выдумываешь? Чувак бегает, просто сжигает все нахрен. Так. Тут чувак выпрыгался. Тут мои 14 ребят стоят. Тут чувак выпрыгался, тут 19 ребят стоят. Ну, здесь было, согласитесь, все равно несложно. Потому что, во-первых, все ж таки, что немаловажно. Здесь были напарники, которые все-таки. Это заколебешь, блин, ебало. Ну полон и полон, успокойся. Так, возрадуйтесь, дети мои, и все такое прочее. И заткнитесь. Так, господи, что ж вы... Прекратите сжигать меня, блин. Твою в корень, блин. Психи. Пироманы проклятые. Плохи дела короля, когда он вынужден скрываться в своем замке. Ничего, ты мне на следующей карте отомстишь. Нас атакуют! Вот так. Я побежден. Мои кости навеки останутся в этих проклятых песках. Да. Мы победили, сэр! Да мы-то победили, вот только финал остался. Где нас, мягко говоря... Да, нет, вы посмотрите, насколько гадско. Кто у нас ближе всего? Волк. Жесть, Саладин и кабан. То есть самая жопа волка, особенно, который обожает трибушеты ставить. Блин, да, я тут, конечно, наверное, пополам порвусь в попытке что-то сделать. А может и не порвусь, хрен его знает. Но это я буду делать уже... Ну, короче, мы это сделаю, но чуть-чуть попозже, надо перекурить. Перекур.